Приближается главный христианский праздник. В 2024 году Светлая Пасха празднуется 5 мая. В этот день верующие вспоминают чудо воскресения Иисуса Христа. Этот праздничный день символизирует пробуждение всего живого к жизни, солнцу, свету и несет с собой веру, надежду и любовь. В преддверии Пасхи архиепископ Петропавловской и Булаевской епархии поздравил всех причастных к этому дню. Поздравляю вас со всеми грядущими событиями. Пусть Господь своей благодатью поможет каждому из вас нести свой нелегкий жизненный путь, ощущая поддержку от Иисуса Христа в Его светлом воскресении. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, с праздником!